Совет Безопасности Республики Армения выступил с заявлением о ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом армянским СМИ сообщили в пресс-службе правительства Армении, передает Азия-Ас. В заявлении отмечен, что Совет Безопасности Республики Армения обсудил ситуацию в области безопасности вокруг Нагорного Карабаха, оценив ее как крайне напряженную. Совет Безопасности Армении считает необходимым еще раз подтвердить озвученную ранее позицию Республики Армения и предлагает Азербайджанской Республике немедленно начать переговоры по всеобъемлющему мирному соглашению. Совет Безопасности, привлекая внимание международного сообщества на возможность военных столкновений в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе, считает необходимым запуск международных механизмов сдерживания для предотвращения новой военной эскалации. Отмечено в заявлении армянского совбеза. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.